Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні ми будемо говорити на тему безоплатної вторинної правової допомоги, кредитний договір, наслідки невиконання кредитного договору. Я представляю наших гостей: Наталія Гнатуша, начальник відділу по роботі з адвокатами 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та адвокат, який працює в системі надання безоплатної правової допомоги, Тетяна Гриненко. Вітаю вас у нашій студії. Ви сьогодні зі мною спілкуєтеся, власне, з такого актуального питання, з нашими глядачами. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Якщо у вас є запитання до наших експертів, будь ласка, ставте їх. Ну, на початку розмови, Наталія Вікторівна, давайте нагадаємо нашим глядачам, куди треба звертатися, власне, для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу. Для отримання безоплатної правової допомоги необхідно звернутися до одного з місцевих центрів з надання правової допомоги або ж до бюро правової допомоги за місцем фактичного проживання особи, яка звертається за допомогою. У Миколаївській області створено 3 місцевих центри, які надають безоплатну правову допомогу громадянам у цивільних і адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних провадженнях. Один центр знаходиться в місті Вознесенськ і 2 центри у місті Миколаєві. Крім того, з 1 вересня цього року відкриті і розпочали свою роботу бюро правової допомоги, які є структурними підрозділами місцевих центрів. Зазначені бюро правової допомоги – створені у містах обласного і районного значення, а також у районних центрах. 2-й Миколаївський місцевий центр розташований за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, телефон центру 44 54 60. Центр працює з 8 до 17 години з понеділка по п'ятницю. Крім того, в Україні створено всеукраїнський контактний центр системи безоплатної правової допомоги, який працює цілодобово без вихідних. Телефон контактного центру 0800 213 103. Пані Наталія, ще таке питання. Ну, ми під час наших таких прямих ефірів розповідаємо, власне, про саму систему безоплатної правової допомоги, але якщо з глядачів тільки підключився до цієї теми або не бачив попередніх ефірів, нагадайте сам принцип ось таких роботи, таких бюро і центрів. З 1 січня 2013 року розпочав свою роботу, по Україні розпочали свою роботу регіональні центри з надання правової допомоги. Зазначені центри надавали правову і надають правову допомогу у кримінальних провадженнях. І вже з 1 липня 2015 року по Україні було відкрито 100 місцевих центрів з надання правової допомоги, які надають правову допомогу у цивільних і адміністративних справах, а також, як ми вже говорили, свідкам і потерпілим у кримінальних провадженнях. І вже з 1 вересня цього року були відкриті бюро правової допомоги. Чому вони відкриті? Тому що центри були відкриті лише в 100 великих містах України, а громадяни, які проживають в сільській місцевості, у віддалених районах від цих міст, їм було незручно і досить складно подати звернення, їм треба було приїздити до міста для того, щоб подати документи, підтвердити свій статус і отримати безоплатну правову допомогу. Це офіси, де працюють, власне, юристи, так? Так. Куди можна подавати заяви, да? Так. Сам механізм подачі заяви. Значить, людина звертається, центри і бюро правової допомоги надають безоплатну первинну правову допомогу і безоплатну вторинну правову допомогу. Безоплатна первинна – це надання правової консультації, надання якоїсь заяв, скарг, інших документів правового характеру, але крім документів процесуального характеру, надання консультацій юридичних. Цю допомогу працівники центру і працівники бюро можуть надати окремо в той же день, усім, без винятку громадян. Якщо говорити про безоплатну вторинну правову допомогу, то громадяни звертаються, подають певний пакет документів для того, щоб підтвердити свій статус. І вже після подачі документів протягом 10 днів центр приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги
яка включає в себе складення документів процесуального характеру і вже безпосередньо здійснення представництва інтересів особи в судах, в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування і перед іншими особами. А скажіть, будь ласка, чи можна виділити певний спектр питань, з якими найчастіше звертаються люди? Ну, дуже багато питань, з якими звертаються, це сімейних, земельних питань. От досить часто звертаються учасники АТО для того, щоб отримати статус учасника АТО. Ну, дуже різний спектр. Дуже останнім часом у нас збільшилися звернення з питань щодо банківських кредитів. Власне, наша тема сьогоднішнього нашого ефіру 76-92-42, телефон прямого ефіру. Ви можете ставити свої запитання з такої актуальної теми, як кредитний договір, наслідки невиконання кредитного договору. Скажіть, будь ласка, Тетяна Вікторівна, власне, зараз давайте на цю тему детальніше поговоримо. Що таке поняття кредитний договір? Ну, понятие кредитный договор – это, конечно, двухсторонний договор. Он определяет как права, так и обязанности обоих сторон. Это, с одной стороны, банковское учреждение, банк, который обязуется выдать определенную сумму денежных средств на нужды человека, который обращается. Ну, есть как физлица, так и юрлица. Ну, мы остановимся, я так понимаю, на физлицах, которые обращаются к нам в центр за как раз предоставлением таких услуг, разъяснить им, что им делать, если у них возникла задолженность по кредиту. Власне, звертаються саме через заборгованість, так? Да, да. Найбільше людей звертаються. Потому что тот, кто платежеспособен, платит, в принципе, он не обращается за помощью, а старается погасить. Но люди очень часто не понимают, что если они взяли кредит, и у них возникла какая-то проблема, либо со здоровьем, ну, мало ли, что-то случилось, заболел, с работы уволился, ну, какие-то такие причины, которые мешают ему своевременно внести очередной платеж, который установлен графиком, надо сообщить в банк письменно, предоставить копии документов, либо он в больнице лежит, мало ли что-то, ну, операция требующая, дорогостоящая какая-то. Вот, предупредить, что он при первой возможности погасит и продолжает погашать. Попросить, может быть, отсрочку, месяц-два. Вот, банк будет ждать, если человек платит, он не будет применять, ну, идти навстречу, как говорится, штрафные санкции. Вот, если человек, ну, в нашей ситуации очень много таких стало, потому что потеряют работу, действительно, работу найти тяжело, и как снежный ком задолженность это накапливается, и они просто перестают платить, и возникает тогда задолженность. Ну, тут для себя вырешивают, я да, не могу платить, либо платить, либо не платить, да. И их пугает, как бы, они не умеют разговаривать с работниками банка, они не могут пойти найти адвоката, либо также нету денежных средств, чтобы нанять профессионала, который бы посмотрел документы и посоветовал, что ему в данном случае, как поступить, как быть. Вот. Ну, наш центр предоставляет на сегодняшний день такие услуги. И когда люди обращаются, приносят вот письма, скажем, ну, вот я покажу. Так, случайно. Письма счастья, как их, да, называют. Это я знаю. Да. Ты на камеру сможешь показать? Это коллекторские фирмы, которые банк, ну, уже кредиты, которые, скажем так, неликвидные, перепродают. Це з такими листами, да, до вас, конвертами, да, приходят, и многие люди приходят и рассказывают, что соседи встречают, говорят, что приезжали домой, звонили, либо наклейки на дверях оставляли. Вот. Ну, этим занимаются коллекторские фирмы, которые заключают договор с банком. Вот. Но опять не все знают. Пані, давайте ще раз скажемо для наших глядачів, які наслідки несвоєчасного погашення по кредитах. Ну, какие последствия? Последствия в договоре указано срок, да, на какой срок выдается кредит. Сроки погашения кредита. Указана процентная ставка, ну, годовая. И если в сроки не выплачивается, банк имеет право начислять пеню. Вот, то есть это последствия, за которые будет отвечать. То есть увеличится его сумма по погашению. И все это говорится, когда укладывается договор. Ну, власне, подписывается под этим. Конечно, должно быть, да. И я бы советовала всем, кто оформляет кредит,
внимательно читать кредит, знакомиться со всеми условиями, где все это должно четко прописано быть. Иногда так пишут, дают листочек, где не указывают, из чего состоит сам кредит. Пробежались, увидели сумму, которую ему дают, а дальше, где особенно мелким шрифтом, литерами, да. А это запрещено, нельзя писать, потому что человек должен понимать, четко расписано, какая сумма дается, на какой срок, в какие даты погашения, какая процентная ставка, плавающая, не плавающая, то есть там много нюансов таких есть, потом какая обеспечение кредита. Есть или нет, вы знаете, есть застава, есть ипотека, вот, то есть какой порядок погашения, также есть и поручители, ну, разные кредиты и разные условия кредитования. И вот надо внимательно читать. И сроки исковой давности тоже в договоре прописывают, и многие, не читая и не понимая последствия этого всего, вот, принимают на себя такое как бы обязательство. Суд принял решение, либо им позвонили, сумму предъявили, он, испугавшись, идет и платит, не разбираясь и не идя в суд. Поэтому первый как бы законный такой способ, если есть задолженность, вы ее не платите, банк, когда возникает обязательство по платежу, он видит, что платеж не прошел, он должен написать требование. И в течение 30 дней, если это сумма, а если это ипотечный кредит, в течение 60 дней требования о частичном либо полном погашении кредита. Если он этого не получает, прошел год, два года, и начинают звонить коллектора. Срок исковой давности тоже должен считаться. Претензий не было. Договор, заключенный с коллекторской фирмой, ну, либо факторинговый договор, либо, ну, мы же не видим эти даже договора. Это редкий случай, когда у кого-то есть уведомление о том, а это делается только с согласия заемщика, что его долг переуступит кредитный договор, продадут фирме другой. Вот. А так как люди этого не знают, они пропускают и сроки исковой давности, и платят на ту фирму, которая вообще, ну, как бы не является тем лицом, которое должно было бы в законном порядке взыскивать, ну, и погашаться кредит. А бывает так, что вообще кредит погашенный, но так как формируется база в банке, была задолженность, продали, человек в банк заплатил, а его все равно продолжают преследовать звонками телефонными по ночам, приходить домой, запугивать. Вот, поэтому надо изучать кредитный договор, когда подписываешь, очень внимательно нужно и таких... не бояться. Уточняйте так. Якщо в таких листах щастя, як ви сказали, написана сума, вставлена конкретна сума, яка указана, і люди йдуть, платять, не розібравшись, ви сказали, да? Чи означає це, що людина має перевірити все ж таки цю суму, вказану ось в таких листах? Звісно, перший спосіб – це захистити себе і знати, яка ж реальна сума задовженості саме в банк. Во-первых, ну, я не рекомендую платить по вот данным листам. Все-таки лучше всего обратиться в банк и попросить выписку по лицевому счету. Там будет видно все суммы снятия кредита и погашения кредита. Попросить распечатку о задолженности, где будет расписано все штрафные санкции, пеня, где начислял, чтобы было это понятно человеку, за что, куда он платит. Если договоров нету, банк у нас либо лопнул, ликвидирован, либо один банк купил кредиты у другого банка. Просить документы, подтверждающие уступку права, ну, долга, требования. Вот, и только после этого уже куда-то, ну, платить. То есть знать точно, по какому кредиту и какую сумму вы платите. А еще банк, ну, не надаст рассрочку? Бывают такие ситуации? Ну, рассрочка – это совершенно как бы, это надо реструктуризация, скажем так. Если законный способ взыскания задолженности по кредиту. Вот не платит человек кредит, возникла задолженность, законный способ, банк обращается с иском в суд. Ну, то есть вымога уже была, требование погасить, человек в срок не уложился, не погасил задолженность, банк имеет право обратиться в суд. Обращается в суд. Человек либо не идет в суд, все на самотек пускает,
И, как правило, суды принимают позицию банка, удовлетворяют иск в полном объеме, со всеми штрафными, с пенёй, со всем. А если бы человек пришел и сделал, скажем так, заявление, что он не понимает этого расчета, он платил последний раз там, в 2014, в 2013 году, и после этого ни одного платежа не было, и просит применить суд срок исковой давности, потому что если он не заявит об этом в суде, суд рассматривать сроки исковой давности не будет. Только по заявлению лица рассматривается и применяется срок исковой давности. На этом уже выигрывает, потому что банки заплатил последний раз в 2012 году, распечатку сделали на сегодняшний день, вывели сумму, и все нормально, все хорошо. И взыскивают, если человек не пытается себя защитить. Вот. Второе, если уж вывели сумму, оставили тело кредита, проценты, которые были положены годовые. На сегодняшний день суды повернулись лицом как бы к нашим заемщикам бедным и все-таки стали прислушиваться, что действительно тяжело платить, и пеняя штрафы, которые начисляют, они неподъемны для человека, которые превышают в несколько раз само тело кредита или выданный кредит с процентами. Бывает так, тело осталось там 8 тысяч, а они насчитали штрафов на 28 тысяч. Понятно, да? Почему? И, естественно, суды отказывают, когда человек пытается объяснить и довести ситуацию, какая сложилась, почему сложилась такая ситуация. Вот. И есть еще такое понятие, все равно кредит взял, ты его заплатил. Да. Вот. Но приняв решение суда о взыскании суммы долга, можно подать заявление в суд, рассрочить судебное решение по выплате. Ну, скажем так, тот же кредит рассрочил на 3 года. То есть излагаешь, почему. В банк ты не мог, потому что проценты росли. И еще один нюанс упустили. Желательно. Вот раньше банки сами так делали, а потом отказались, поняли, что сделали большую глупость. Они подавали иски сразу взыскать сумму задолженности и разорвать кредитный договор. С момента разрывания кредитного договора, да, приняли решение разорвать кредитный договор, уже ж не имеет права банк начислять проценты и пеню. Все. Если вы видите, что вы не можете платить, обстоятельства вам мешают, не дают, подайте исковое заявление, разорвите в связи с тем, что вы не можете выполнить условия договора, что сложилась такая ситуация, тем более, которая вот, почему хотите разорвать, да, не могу своевременно платить, плачу вот сколько могу, потерял там работу или там операцию перенес, прошу разорвать, потому что в дальнейшем, если не разорвав договор, я не могу надлежащим образом выполнять, а сумма будет только увеличиваться, что еще более финансовая зависимость. Треба розуміти, що це снігу нарастає, проблема збільшується. Если человек будет стараться решить эту проблему, он ее решит. А не так, как у нас многие как бы стараются на обратно. Ну, а власне, до центру, от, як до вас, до адвоката звертаються, з якою вимогою? Оформити документи, чи щоб кредит не зник цей кредит? Многие приходят, были клиенты, которые пришли и говорят, посмотрите, пожалуйста, я когда-то там в 2006 году взяла карточку, да, вот давали всем подряд, без разбору, кто работал, как подарочную, на которой там 1000, 3000 было. Вот, ну, снимала, ложила, потом запуталась, я уже и не знаю. А тут пришло там, допустим, бумага, да, на 18-20 тысяч. Поднимаю выписку, запрос, да, смотришь, что действительно кредит был выдан там в 2006 году. На протяжении года она снимала, брала, последний платеж был в 2007, допустим, году. Банк иск в суд не подал, срок исковой давности прошел, что бы он ни делал, все, сроки уже все закончились. Никто с него в законном порядке уже этот долг не взыщет. Человек понял, сказал спасибо и пошел спокойно спать. А есть такие люди, которые действительно очень близко к сердцу воспринимают, когда начинаются звонки. Угрозы коллекторов. Да, ну, понятно, их научили, это их работа. А главное, это запугать человека. А законная основа есть для работы нету, таких коллекторских фирм? Акта, немає, нету, так? Нет. Ну, а чему мают выслуховывать такие? Дело в том, что люди пугаются сразу, а вот как раз их задача напугать человека. Говорят, и квартиру заберут, и приедут, из квартиры все вывезут, и люди начинают пугаться. Даже те, кто не брал кредит, а выступил в роли поручителя, либо его телефон дали как родственника, который мог подтвердить в банк, что он действительно знает этого человека, который хочет взять кредит. До речі, дуже часті випадки, коли телефонують колектори, власне, на мобільні телефони, а це
правильно, потому что когда человек оформляет заявку, там стоят несколько граф пунктов. Укажите особу, которая может подтвердить вас. Просят двух любых знакомых, которые могут сказать, что он этого человека знает. Ну, как бы перепроверить. Вот. Для чего это делается? Я не думаю, чтобы перепроверить, но, может быть, и есть какой-то смысл, знают или не знают, хотя человек приходит в банк с паспортом и с кодом. Это законная вимога перепроверять? Банки мають право це робити, третью особу вказувати? Я не скажу, что законно или незаконно. Они интересуются, изготовили бланк, да, укажите, знают или не знают. Хотя они имеют право потребовать только для проверки финансового состояния справку о доходах. Угу. Копия паспорта и кода. Все інше, це вже ініціатива, да. Так? Да. 76-92-42, якщо у вас є запитання до наших експертів по кредитних договорах, телефонуйте. Отже, говоримо про колекторів, що треба робити, аби колектори, аби коли працівники Служби безпеки банку, ми вже говорили, зателефонували, а власне і така форма може звернутися за місцем проживання. Ну, я посоветую первое, если звонят, ну, будь то на мобильный телефон, либо на домашний телефон, спокойствие соблюдать самому, прежде всего. И взять ручку, листочек, спросить фамилию, имя, отчество. С какой фирмы или общества, ну, товарищество там, да, вот звонят. От какого банка представителем они являются, ну, как бы по взысканию долга, где находится их офис, куда можно прийти и ознакомиться с документами, на основании которых они требуют данную сумму заплатить. Вежливо, красиво. Я сейчас запишу, подождите, кто вы. Особенно, если этот человек не связан с кредитом, а вот знакомый, либо поручитель. Давайте зараз почуем нашего глядача. Будь ласка, мы вас слухаем, запитание ваше. Здравствуйте. Доброго дня. Извините, пожалуйста, вот такой вопрос. Значит, банки, когда берут фамилию другого лица, они обязаны прежде позвонить к этому лицу и что-то хотя бы спросить. Меня 3 года мучили банки из Львова, из Киева. Мне было тогда 60 лет. И мой телефон дала моя соученица, которой тоже 60 лет. И мы учились в одном классе. И меня мучили. Я сколько раз просила, не звоните больше. Вот. А теперь такая же история с моей подругой, что мы работали вместе. То же самое. Ее знакомая дала телефон, и ей названивают. И ночью, и днем, и в выходные. Вот. И все такое, знаете ли вы это? Она, та, которая взяла этот кредит, она убрала этот свой телефон, чтобы ей не названивали, взяла другую карточку, а теперь названивают этой женщине. Ми зрозуміли вас, дуже дякуємо за таке крик душі і запитання, власне, таке, що робити, да, ну, в таких випадках. В основному, от, коли підписують, да, кредитний договор, дають заявлення, ну, в виді заявлення, що чоловік дає согласие на обработку своїх персональних даних. Ну, никто потом не обращает внимания, что как раз в этой анкете, ну, как додатково это вставить данные своих знакомых, то есть они выдают персональные данные, ну, пусть фамилия, имя, отчество. Без ведома цих знакомых. Да, да. Вот. И если беспокоит по этому поводу, как я уже сказала, записать фамилию, имя, отчество человека, который звонит, то скажем, коллекторскую фирму, ее название и где находится офис. Конечно, я понимаю, что пенсионеры не все имеют такие телефоны, где можно одновременно включить запись на диктофон. Либо держать его под рукой, потому что не всегда ожидаешь, да, ну, когда позвонят. Было бы неплохо. Я знаю, что высылают очень много даже смс-ок с предупреждением, что ждите, приедут к вам на дом. Все это сохранить надо. Постараться сохранить, потом перекинуть на диск,
А якщо завітають додому, це зрозуміло за телефоном. Якщо завітають додому, ну я просто хотіла сказати, так, от якщо дзвонять, да, ночі, буває ж у нас і в 11 ночі, і в час ночі можуть подзвонити. Вони мають ж право у нас, правильно, з 10 вечора і до 6 утра безпокоїти лиць нельзя. Надо написати, просто собрати всі ці матеріали, зафіксувати. Ну, смс з повідомленням можна відфотографувати навіть другим телефоном, або ну, попросити кого-то, щоб перекинули на диск. Ну, вот, чтобы потом в суде можно было приобщить и использовать в качестве доказательства. Вот, а написать жалобу хотя бы первоначально в прокуратуру, либо на главный офис как раз вот того предприятия, либо того банка, который якобы перепродал. Mm-hmm. Что происходит, в какой форме и когда им звонят, время, дату прямо записывать. Позвонил тогда-то, во столько-то, если это неоднократно, то и записывать. А звонят же разные люди, не всегда один и тот же человек, потому что коллектора, они сидят, им скидывают в электронном виде данные, фамилия, имя, отчество, сумма задолженности, все больше банки ничего. Банки скидывают, да, и телефоны. Свидания, да? Да, то есть банки также нарушают права человека, раздавая персональные данные своих заемщиков, и также нарушают банковскую тайну, разглашая о том, какие... Пані Тетяна, до дому все ж таки не пускать. До дому не пускать, потому что у нас, скажем так, еще Конституция охраняется право собственности. Право собственности. Да, зайти могут только по приглашению. Mm-hmm. Если вы приглашаете, пройдите, пожалуйста. Ну, я думаю, не надо рисковать. Можно просто выйти в подъезде, либо ну, на улице побеседовать. Также взять документы, ну как, не взять документы, а ознакомиться с документами, чтобы люди представились, кто они. Фамилию, имя, отчество переписать. Если это служба безопасности банка, у них должно быть тоже удостоверение, записать номер удостоверения, должность, кто это приходил, фамилию, имя, отчество, ну, а также другие лица. Потому что взыскивать у нас по решению суда, вернее, исполнять решение суда имеет право только исполнительная служба. Исполнительная служба имеет право примусового, принудительного входа в жилье, но только по решению суда. Суда точно так же, как и милиция. Тоже по решению суда. Даже если пришли из полиции, говорят, мы хотим зайти. Извините, где упала сюда? Маємо вже завершувати наш прямий ефір. Час сплинув, тема доволі актуальна. Я сподіваюся, ми її продовжимо під час наступних наших прямих ефірів. Сподіваємося на те, що вам сьогодні було цікаво, шановні глядачі, і ви змогли знайти, підкреслили для себе необхідну інформацію. Я вам дуже дякую нашим гостям і вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.